Друзья, всем привет! Это вновь рубрика «Блиц» с айфона. Макаренко ЧЕС, россиянин, судя по флагу. И поехали. Давайте выйдем в основные варианты. Так, конь С6, слон Е2 здесь обычно хожу. Да, и вот вам переход. Вот вам переход. И G4 пойду. Это необычный дракон. Наверное, все это ерунда, и так ходить не очень хорошо для белых. Но почему бы не пободаться? Так, опять мне кажется, что это не очень хорошо. Но может я не прав. Слон B3. Так, конь B4. Угу. Давайте H5 до конца. Ладья C8. У-ху-ху. Что если H6 взял? Непонятно, да? Ладья C. Так, ну давайте H6. Проверим. Пободаемся. Так. Пободаемся, да? Слон B2 вроде надо ходить. Угу. Жаль, фиас D4 хода нет. Так бы было все хорошо. Ушел в короткую. Фиас D4 гражу пойти. На 2-0, например, фиас d4, видимо, заканчивает партию. Да, грозит мат на g7 и ладья. Не, ну, друг, ну так нельзя играть. Да, друзья, вот такая вот победа. Вот такой получился разгром в варианте дракона. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Всем спасибо, всем пока и до новых встреч.